Накануне в Иркутской области заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием граждан. В мероприятии также приняли участие глава региона и представители органов власти. Всего обратились более 10 человек. Заявители сообщили об отсутствии освещения на некоторых участках автомобильных дорог, ненадлежащем состоянии их покрытия. Также жители беспокоят качество коммунальных услуг. В любом случае, это обязанность органов власти предоставлять всем детям. Но по очередности здесь хотелось бы понимать, какая у вас очередь и сколько людей там. По каждому обращению Дмитрий Демешин дал поручение прокурору области принять соответствующие меры. Ход и результаты проверок взяты на личный контроль.